В Ираке акция протеста закончилась массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. Десятки человек получили травмы. Для разгона силы безопасности были вынуждены применить слезоточивый газ. Такие меры были предприняты после того, как демонстранты попытались прорваться в так называемую «зеленую зону» Багдада. Там расположены правительственные здания и посольства. Как сообщают СМИ, главная причина недовольства людей – рост коррупции и низкий уровень безопасности в стране. В связи с беспорядками в Багдаде введен комендантский час. Кроме того, перекрыты все въезды и выезды из иракской столицы.